Года Астона принимает команду Динамо города Стара. Команде «Динамо» произведена замена. Вместо Виталия Яновского, игравшего под номером 19, на поле... Герой исполкома Федерации футбола Ростовской области принял решение о награждении памятных признаний
лучших игроков футбольного клуба «Сталь» домашних матчей. Ближе, ближе, Дедаков! Памятный приз лучшему игроку матча приключен после окончания сегодняшнего матча. Хороший парень! Ла! Дави уже! Ой, молодец! Забил! Не попал, он полетел. Сейчас внимательно смотрите. Команда «Динамо» замена. Вместо Кобота Гаша Подумина третьим на поле вышел Артур Григорян, номер 8. Тем временем это бешеный. Болельщика. Игроков! Ой-ой-ой-ой-ой, вратарь, блядь, молодец. Игроков! Блядь, разбирайся! И Вячеслава Бокова, номер 33. На поле появились... Кто такой? Вратаря играет! Михаил Светозаров, номер 27. И Михаил Борисов, номер 4. Или не кончилось. Ошибки нелепые в обороне. В принципе, я особо так ничего у них и в атаке не заметил. Да, уже в концовке были какие-то у них контратаки, потому что мы большими силами пошли вперед, нам нужно было отыгрываться, оголили тылы, поэтому что-то у них получилось. Так, в целом, я считаю, что мы как минимум мы должны были не проиграть. Что для меня важно, что сегодня было хорошее качество игры. Особенно второй тайм мне понравился, и контроль мяча, и единоборство, и желание выровнять ситуацию и прийти к победе. Ну и самое основное, то, что наши мальчишки молодые, может, сегодня по тайму сыграли и Виталий Киновский, и Валентин Клепиков, удачно вошел в игру, конечно, вот самый реальный момент у него был забить, он вывалился 1-1, конечно, не хватило немножко опыта, мастерства, но я думаю, со временем оно к нему придет, он будет забивать такие мячи. Валера Розов тоже вышел очень хорошо, то, что я хотел видеть от него, он все сделал, оборону подчищал, начинал атаки, то есть молодежь самое главное, что наша старопольская молодежь в этом сезоне у нас играет, по цензу, скажем так, закрывает цензу. В прошлом году у нас был Хасаев, Черноморского черноморца. В этом году своя молодежь растет, прогрессирует. Это самый важный итог этого матча сегодняшнего. А так, я еще раз подчеркну, конечно, мы сегодня не должны были проигрывать. Вот такие матчи бывают. И надо пережить, проанализировать и идти дальше. Поэтому самое главное для меня это то, что, еще раз повторюсь, что второй тайм мне очень понравился. По качеству игры, по контролю мяча, по голевым моментам, по подходам. То есть то, что я хочу видеть. Да, поэтому, объективным итогом была бы как минимум ничья, я так считаю.